было. Смотри-ка, кто... Санва! А еще Тареран, скидка на плен. Thank you.
тебя. Thank you.
Ладно. Вышел. Видишь что? Не, а ты? Слишком жарко. Правда ли, что силы охраны правопорядка не вступают в конфликты даже замечены в мародерстве? Сейчас сложно сказать, что на самом деле происходит. Вокруг творится хаос. Единственный источник информации — радио, а оно полностью контролируется ОФОД, поэтому все новости полны пропаганды. Что я могу сказать с уверенностью? Гуманитарные организации отчаянно пытаются оказывать медицинскую помощь мирному населению, которое в первую очередь и страдает от этих беспорядков. Увы, никто не надеется, что они скоро закончатся. Видел тут пацана на обочине вчера. Сколько ему лет? 18? 17? У него был при себе обрез. Рядом головой в канаве лежал мертвый СНС-овец. Получил несколько зарядов 12-го калибра в упор. Парень держал бойца за ногу, ботинки снимал. Выглядел усталым, побитым, оборванным, старым. Дети в таком возрасте не так должны выглядеть.
Привет, дружище. У меня есть предложение. Кое-что для нас обоих. Эти сволочи из Молдавии думают, что могут залезть в чужой дом и выгнать его из бизнеса. С запада скоро будет конвой с оружием. Не перехватишь его? За это я привезу для тебя новые боеприпасы. Хорошо, мне нравится твоя решительность.
с ячменным мутаном. Бонер, я тебя люблю. Говорил я с одним проблемцем. Он сказал, виски без шансов. И что у тебя? Я виски говорю. Да. Уже в пути! Где он?
кто-то есть? Я ни в чем не уверен, чувак.